Телевизионный проект «Пластика Лайф» представляет Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Это «Пластика Лайф». В этом сезоне 35-летней участнице проекта Ольге Дворниковой предстоит блефаропластика – операция на верхних и нижних веках. В назначенный день наша героиня пребывает в хорошем настроении, но еще не верит до конца, что главная проблема ее внешности решится именно сегодня. Доброе утро, Ольга Александровна. Тапочки надевайте и сюда ко мне на ресепшн проходите, будем оформлять с вами документ. Хорошо. Я еще пока не могу осознать до конца, что я реально буду без вот этих вот мешков и складок над глазами. Глядя на себя каждый день в зеркало, понимаешь, нет, Оля, нельзя так ходить дальше, надо что-то делать. Никаких вообще сборов не было. Было все так просто и так, как должно быть, как будто я ухожу на работу, мне пожелали удачи. Близкий мне человек сказал, что ты попала в хорошие руки, к хорошему хирургу, поэтому я даже не беспокоюсь за тебя. Все будет хорошо. И, может быть, это вселило уверенность. Меня больше всего волнует, что я вышла не накрашенная сегодня, что для меня это вообще неприемлемо. Вот так вот я волнуюсь из-за этого. А то, что операция пройдет замечательно, я даже нисколько не сомневаюсь, потому что у Ивана Ивановича не бывает плохих результатов. Я уверена, я спокойна. Добрый день, Ольга Александровна. Врач-анестезиолог Олег Геннадьевич. Сейчас мы с вами побеседуем перед тем, как идти в операционную. Выясним некоторые моменты. Объясню про наркоз вам. Угу. Наркозы у вас были когда-нибудь? Очень давно, во втором классе. Очень где-то. Давно. Какие-то проблемы с наркозом? Нет. То есть родители не говорили, что были какие-то проблемы, да? И вы не помните сами тоже. Угу. Хорошо. Меня интересует, через сколько я проснусь после операции? Выветривается препарат быстро, 2-3 минуты, и вы просыпаетесь в операционной. Еще меня очень волнует, будут ли болевые какие-то ощущения после операции. Препарат для обезболивания ставим, пока еще вы спите, с таким расчетом, что когда вы просыпаетесь, препарат уже действует. То есть боли не будет. Значит, наша задача здесь убрать грыжи, которые в области нижних век находятся. Нужно убрать избытки кожи нижних век. Разрезик у нас пройдет прямо под ресницей, вот здесь, его особо видно не будет. На верхних веках нам нужно убрать избытки кожи. Разрез пройдет прямо в складке. Его тоже будет не видно. Складки. Хорошо? Ресницы не пострадают? Ресницы не пострадают, да. Ну и потом фракционным лазером мы обработаем кожу для того, чтобы более плотная была кожа, более упругой. Хорошо? Хорошо. Какие-то есть вопросы ко мне? Вы как настроены? Я хорошо. Все как будет всегда. Хорошо. Да. Я как все. Всегда настроен. Вопросов нет. Пластический хирург Иван Молдаван ежегодно проводит более 100 подобных операций. Блефаропластика требует ювелирного мастерства. Толщина кожи век менее 1 мм, а шовный материал, которым работает хирург, тоньше человеческого волоса. Ну, сегодня вот у нас пациентка на верхнюю и нижнюю блефаропластику. Сейчас мы будем делать разметку наших будущих разрезов. Зачастую такие операции выполняются под местной анестезией, но вот мы у себя в клинике практикуем общий наркоз, за что пациенты нас постоянно благодарят. Потому что никто не хочет видеть и слышать и чувствовать, когда идет его операция. Гораздо приятнее спать в этот момент. Ну, любая операция начинается с разреза. Не исключение и операция на веках. Сначала разрезик. Четко по нашей разметке, нельзя никуда смещаться. Пациентка очень просила, чтобы ресницы не пострадали. Мы будем беречь ресницы.
Сейчас мы подойдем уже к грыжам скоро, которые мешали ей внизу. Так, хорошо, давай. Вот это нам нужно сейчас убрать аккуратно отсюда. Причем убрать надо ровно столько, сколько является лишним. Больше убирать нельзя. Выделяется она вот таким образом и отсекается у основания. Трепетный и самый ответственный прием во всей пластической хирургии, потому что мы сейчас убираем избытки кожи нижнего века. Если убрать чуть меньше, то эффект от операции будет недостаточный. Если убрать чуть больше, то можно получить очень серьезное осложнение. Ниточка специальная с тонкой иглой, чтобы минимально было заметно потом наши разрезы. Кожа тонкая у пациентки, поэтому когда все заживет, разрезы практически будут не видны. Эти швы съемные, то есть мы снимем их через 5 дней примерно. Все-таки она не зря боролась за свое счастье, так скажем. Мы закончили нашу операцию. Вот вы можете видеть, как это выглядит. Все, вот здесь закреплены ниточки. Можно сейчас уже видеть, что здесь нет грыж, где вот я их отмечал. И избытков кожи тоже нет, потому что мы их удалили. На верхнем веке, вот вы видите, уже закрытый разрез. Вот он прям в складочке находится. Здесь тоже мы немножко убрали лишней жировой клетчатки. Небольшие грыжи были вот медиально и чуть-чуть вот здесь по центру. Вот. Здесь можно вот увидеть, сколько мы удалили тканей. Вот здесь отдельно правый глаз, левый глаз. Здесь вот удаленная кожа, грыжи верхнего века, мышца, грыжа нижнего. Вот здесь видно, что все у нас сошлось. Удалили столько, сколько нужно. Сейчас последний этап. Так скажем, это такой наш эксклюзив. Мы дополняем нашу блефаропластику почти всегда еще обработкой век фракционным лазером. Мы защищаем роговицу, чтобы не было повреждения. И дополнительно проходим область век фракционным лазером. Это позволяет усилить выработку коллагена, кожа будет более упругой, будут менее заметны мелкие морщинки. Наркоз для этой процедуры не нужен. Так. Ну все, мы закончили. Операция наша длилась 1 час 25 минут. Это даже чуть меньше, чем мы планировали. Мы планировали где-то в 2 часа уложиться примерно. Мы сделали верхнюю и нижнюю пластику век. Нужно было решать обе эти проблемы. Операция прошла успешно. Но пока об этом могут рассуждать только специалисты. Что получилось в итоге, будет понятно после реабилитационного периода. Сама же Ольга полна оптимизма. Я выспалась так хорошо. Мне кажется, я так за ночь не высыпалась. Хочу открыть глаза и посмотреть, что. Пока не могу, потому что, я так поняла, местная анестезия. Немножко заморозили. Пока я в зеркало вот так вот не увижу себя, что мы сделали, так и не поверю. Мне кажется, я похудела. Самое важное для женщины. Срезали лишнее. Я уже под наркозом помогла. Надо таблеточку. Все, блин. Операционный день прошел. Всем спасибо. Хорошо спала, да? Анестезиолог, супер. Да? Все понравилось? Волшебно. Очень хорошо. Ну, сегодня у нас первая перевязка. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Типлекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф».